Всем чики-бамбони, смотрим выступление Рара. Сегодня, значит, это значит, что будет полная жара. Риф. Как челлендж. Люндра, да? Это Люндра и Атиара, точно, Атиара, Атиара. Мне кажется, ну что, челлендж, ну, петь в рок-режиме, мне кажется, ну это, для нее это что-то изи, изи, она имба в этом случае непобедима, непобедима. Вот это ее дракон. Держи на привязи дракончиков своих. Будет еще. Будет. О. Блин, я слышал, конечно, Тиару, но мне кажется, она сейчас это, ну, поймала, наверное, мурашки, думает, ё-моё, мне еще есть куда стремиться, есть к чему учиться. Рара потрясно, потрясно. Сразу какая-то вот аура другая, да? Вот когда чувствую, да, ее ауру, когда она поделает веселую песню, именно ее веселая аура. И вот когда она поет в таком режиме, в таинственном таком режиме, словно сами драконы плачут, классно. Помните, только как крысолов, да, он играл на флейте, да, на дудочке, такой, созывал крыс, но она поет, и все, и созывает нас идти. Я бы пошел за ней, я бы пошел. А потом меня драконы мы сожрали, и все. Прощай, моя жизнь. Недолго мы с тобой пробыли вместе. Ой-ой-ой, ко-ко-ко-ко-ко. Рара огромная, молодец, просто классно, классно, она молодец, вот, о, уши радуются, как обычно, продемонстрировала свою атмосферу, знаете, словно вот аура у нее привесели одна, вот при пуще совершенно другая, в общем, вот так вот, давай сделаем всем чики-бамбони.